Нет, это они актеры ищут роли, какие они хотели бы сыграть. Это роли ищут актеров, которые могли бы их воплотить в жизнь. Потому что что такое роль? Роль — это просто текст в книге. И этому тексту в этой книжке очень тесно. И вот роли ходят по свету и ищут своих актеров. Есть такая женщина, Аврора. Она очень сильно влюбляется, но влюбляется она не в человека, а в ангела. Причем в каменного ангела. Ее любовь настолько сильна, что она обручается с каменной скульптурой и очень молится, чтобы эта скульптура ожила. Конечно, так вот просто в жизни это кажется нереально, абсурдно, что эта женщина какая-то сумасшедшая. Но у меня есть возможность эту историю прожить. Когда я смотрю на этот город, то я понимаю, что я счастлива. Наверное, потому что я могу прожить жизнь любого человека. Например, вон той женщины. Или вот этой девушки. А может быть, даже и вон того парня.